Приветствую всех рыбаков! Я вам сегодня расскажу, как сделать эффективную и чувствительную донку для ловли мирной рыбы. Использовать мы будем инлайн-грузило. Давайте начнем. Берем леску либо нитку, в данном случае у меня леска, и продеваем через наш груз. Груз у меня 110 грамм. Продеваем. Можно использовать полегче груза. Снасть рассчитана для дальнего заброса. Так далее нам необходимо сделать петельку, достаточно большую. Вот слаживаем и вяжем обычную восьмерку. Аналогично делаем, как с маленькой петелькой. Точно так делаем, только с большой. Вот, и затягиваем. Все. Так, далее нам необходимо поставить дробинку. Дробинку ставить мы будем возле нашего узелка. Дробинкой зажимаем сразу две лески. Есть. Далее лишний край отрежем. Вот что пока у нас получилось. Теперь необходимо разрезать нашу петельку. Разрезать мы будем не посередине, а чуть-чуть сместимся. Нужно для того, чтобы поводки наши были разной длины. И вот к этим частям лески мы будем сейчас привязывать два крючка. Вот у меня вот такие крючки, восьмой номер, червячные, с удлиненным цевьем, с бородкой. Можно другие крючки привязывать. В данном случае у меня такие. Привязывать буду рыбацким узлом. Так. Кто не знает, как привязывать крючки, можете зайти на мой канал. На моем канале есть видео, называется «Три способа привязать крючок». Я там показываю три способа, как по-разному можно привязать рыбацкий крючок. Ссылку можете найти в описании под этим видео. Также она будет на этом находиться на этом видео. Так, и второй крючок тоже привязываем. Тоже я буду привязывать рыбацким узлом. Так. Затягиваю аккуратно. Есть. Узлы надо смачивать обязательно перед затяжкой, любые узлы. Я это не делаю, чтобы не тратить ваше время. Ну вот, все, наша чувствительная донка уже готова. Так, вот что у нас пока получилось. Два поводка с крючками разной длины, скользящее грузило, рыба потянет, сразу будет видно натяжку по нашему удилищу, либо по натяжению лески.
а дробинки можем оступить сантиметров 30-40. Отрезаем леску. Так, делаем обычную петельку, тоже восьмерка. И за эту петельку мы будем цеплять нашу основную леску. Можно поставить карабинчик с вершком. В данном случае у меня пока петелька. Так, вместо грузила можно ставить кормушки скользящие. Думаю, все доступно объяснил. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мой твиттер. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи!